Раньше считала, что все-таки лидеры не рождаются. Но сегодня, работая с современной молодежью, уверена, что лидерами можно и становиться. Было бы желание. Сегодня молодежный парламент – это уже немножко другая организация, где у нас есть 5 комиссий, где мы работаем совершенно по разным направлениям. Люблю все города Беларуси, но Мозырь – это моя малая родина, куда мне всегда хочется вернуться, потому что это частичка меня, это моя семья, это мой дом.